Дорогие друзья, привет! Хочу напомнить о том, что у меня вышел новый проект, называется «Художник мирового уровня». Вы можете посмотреть у меня в топлинке. Самое главное, чем этот продукт отличается от менторства, это тем, что я беру на себя смелость именно интегрироваться в ваш творческий и художественный процесс. То есть рекомендовать вам, как писать, чем писать, что будет лучше именно для вашего стиля, какие материалы подобрать, какой формат произведения использовать, как лучше подавать ваш проект и репрезентовать его. Это не чисто теоретическая база и чистая теория, которую я рассказываю, да, и какие-то рекомендации, которые я даю именно такого гуманитарного характера, как на менторстве. А здесь уже я именно работаю с вашими произведениями на холсте, в скульптуре, в графике, да, то, чем вы занимаетесь, и даю уже советы именно технического плана по стилистике, по манере, по композиции, по вашему визуальному языку, по цвету, чтобы ваши произведения были дорогими, чтобы они были интересными для галеристов и для кураторов, чтобы вы могли участвовать в хороших выставках, чтобы у вас было цельное художественное высказывание. Вот, поэтому мне кажется, что это такой уникальный продукт, который я предлагаю. И я думаю, что это для вас даст огромный такой толчок в творчестве и в развитии. Поэтому, пожалуйста, поизучайте, почитайте. Ссылочку я прикреплю. В общем, это будет, я думаю, что для вас очень полезно и очень интересно.